Друзья, прикупил обновку. Это приспособление GTC5201 для восстановления резьбы на колесных шпильках. В чем фишка? Приспособка состоит вот из таких вот интересных половинчатых плашек. Резьба у нас получается 12 на 1,25, 12 на 1,5, 14 на 1,5. Смысл в чем? Обычно в большинстве случаев мы имеем повреждение резьбы в начале захода. Как практика показывает, гайку поторопились навернуть болтокрутом, особенно кто работает, или пневматическим инструментом, и резьбу попортили. Обычная плашка большого размера плохо подходит на ступице, и работать с ней неудобно. Что позволяют нам делать данные штучки? Мы их можем установить за счет резиночки в любой части резьбы, которая не повреждена, потому что это две независимые половинки. Дальше берем вот такую насадку и все это дело собираем. Вот в таком вот виде. И уже обычной головкой с воротком прогоняем резьбу. Я в деле пока не пробовал эту приспособу, но думаю, что она достаточно неплохая. Берите на заметку, стоит она не очень дорого. В работе, я думаю, пригодится. У меня были случаи, когда проблема с резьбой присутствовала, а прогнать было затруднительно. Вот эта приспособа меня бы, конечно, порадовала на тот момент. Спасибо за внимание.